Всем привет, ребята! С вами Братуха. Сегодня я выпускаю видеоролик о прокачке оружия до экономики и после введения новой экономики. Предыдущих два видеоролика я удалил, потому что некая группа или даже некая личность или некие личности потребовали у меня за вот эти самые скриншоты, которые были черные буквы на белом фоне, чтобы я ссылку на их статьи и группу закинул в описание этих видеороликов. Я был бы не против это сделать, так как они посчитали, что это исходник. Я посмотрел, действительно, возможно, это исходник. Но данные личности пригрозили мне, если я ссылки не поставлю в описание под этими видеороликами, то они кинут на меня страйк за нарушение авторских прав. Белый фон, черный текст, а нарушение авторских прав. Как будто никто не может посчитать на старой базе данных и на новой базе данных, сколько и что качалось, каким образом и за сколько. До введения новой экономики и после. Сегодня я использую... В общем, скажу коротко. Я сказал, что с таким ультиматумами, типа или сделаешь, или будешь наказан, я не работаю. Я удаляю эти видеоролики. В итоге эти видеоролики я удалил. Также я попросил удалить в их группе весь материал, который касается меня. То есть мой голос, там картинки, имена и так далее. То есть это я считаю, что будет ответная санкция. Если не сделаю, то я жаловаться в принципе не буду. Но если считают они себя более-менее честными людьми, то должны будут это сделать. Не знаю, сделали они это или нет. И проверять не хочу. Нет желания. Но, в общем, я подготовил для вас новый видеоролик, который будет показываться, в котором будет показываться настоящая прокачка и прошлая прокачка. Особенно этот видеоролик будет интересен для новичков, которые после 2018 года будут попадать в игру. Они будут знать, какие роботы как раньше качались и что сейчас им тут предстоит, как долго прокачивать какого-то из этих роботов. Вот у нас есть список роботов на сайте warrobots.net. Это официальный сайт. Я его рекламирую как исходник. Вот. Ну и другой сайт там есть, ВАК. Вот если вы не знаете этого сайта warrobots.net, вбейте в поиск, обязательно сюда войдите. Я был бы не против абсолютно прорекламить любую группу. У меня как-то маленькое количество подписчиков и зрителей есть. Но я не приемлю ультиматумы. То есть, или ты делаешь, как я сказал, или я тебя наказываю. Спасибо, извините, я так сотрудничать не умею. В общем, сейчас вы просмотрели всех роботов. А дальше, возможно, если вам понравится, вы поставите много лайков и комментариев, мы рассмотрим вооружение. Вооружение тоже, ребята, интересно посмотреть. В плане, сколько уходит серы, сколько уйдет времени на прокачку этого оружия. В общем, еще раз напоминаю, что этот видеоролик будет перезалит, типа как старый. Вернее, ну, в общем, вы поняли. Извините, если кому-то еще раз придется посмотреть эту информацию на моем канале. Всем спасибо. А теперь просмотр моих заготовок.
Если вы хотите сотрудничать, то, пожалуйста, сообщите мне в ВК и будьте вежливы, и я буду вежлив с вами.
Вот и закончился видеоролик. Надеюсь, вам понравилось и вы подчеркнули для себя, каких роботов вам стоит собирать, а каких уже не стоит. Скорее всего, много людей расплачется, удалит игру по этому поводу. Но будем надеяться, что, возможно, разработчики поменяют свое решение и вернут обратно экономику прокачки. То есть и стоимость уменьшат, и время прокачки уменьшат. И тогда народ действительно будет играть, развивать свои ангары, собирать много разных фулл сборок с фулл роботами и так далее. Ну а вы, ребята мои дорогие, можете всегда подписаться на мой канал. Это сделать очень легко. Нажать подписаться и нажать колокольчик. Колокольчик обязательно нажать, чтобы включить оповещение о новых видео на этом канале. Без колокольчика оповещения о новых видео вы не увидите. Ну а с вами был Братуха. Пришло время прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока.